săptămânile cele ce urmează o să vorbim despre elastografie. Se spune că de la implementarea tehnicii Doppler, elastografia este cel mai important pas în evoluția ecografiei. Această tehnică este perfectă pentru măsurarea elasticității țesuturilor la nivelul sânului, glande tiroide, a ficatului, a prostatei, a rinichelor sau chiar a țesuturilor moi. Mai multe despre elastograf ne va spune însă doamna doctor Natalia Cenușă, medic imagist. Bună ziua, doamna doctor, și bună bine ziua. Ați venit la noi la emisiune. Doamna doctor, ce este de fapt elastografia și când o folosim? Elastografia este inovaționă metod диагностики, ультразвуковой диагностики, который позволяет с высокой степенью точности определить эластичность и плотность исследуемых тканей без каких-либо побочных явлений воздействия на организм человека. Când un medic se indice unui pacient să facă, nu face simplă ultrasonografie, dar este indicată anume elastografia. De ce acestui pacient facem elastografie, dar acestui facem UZI obișnuit? Elastografia рекомендуется для более тщательного обследования тканей печени с целью выявления фиброза и степени ее выраженности. Точно так же рекомендуется для диагностики новообразований в печени, в желчном пузыре, в мочевом пузыре. Гланда тироида, гланда мамары. Да, гланда мамары, базиновый миг. Dar până acum pacienții au zis de fibroscan, care tot permiteau ca să vadă cât este de afectat țesutul, în ce măsură. Este o diferență între elastografie și fibroscan? Это практически синонимы, два одинаковых слова, но отличие состоит в том, что фиброскан позволяет врачу определить датчик по анатомическим ориентирам в одну зону. Эластография позволяет нам произвести сканирование всей печени. Таким образом, мы можем произвести 12 замеров в абсолютно 12 разных исследуемых зонах печени. Это позволяет нам выделить наиболее пораженные участки печени и сканировать более прицельно и более четко, до 99% точности. Мы можем делать разницу, если есть патология малигна, канцероза, или она с эволюцией бенигна? Да, конечно, степень жесткости ткани позволяет четко делать градацию злокачественного или доброкачественного образования, но не только в печени, точно так же это можно сделать дифференциацию в щитовидной железе, в гланде мамаре, в предстательной железе. Dar dacă facem această diferență între malign și benign, probabil că au scăzut numărul de biopsii. Как раз эластография является показателем жесткости ткани, является прямым показателем для кор-биопсии. То есть таким образом отпадает необходимость лишний раз делать биопсию человеку без оснований, без показаний, при наличии определенных критериев жесткости каждого органа. Если этот показатель в образовании выше этого порога жесткости, то это является прямым показателем для кор-биопсии. Despre elastografie se spune că poate fi asemănată cu o palpare virtuală a leziunilor. Aceasta este o tehnică ecografică non-invazivă și neiradiantă, cu ajutorul căreia se poate evalua elasticitatea țesuturilor unor organe sau a unor formațiuni tumorale. Avantajul major al acestei tehnici îl reprezintă anume faptul că este o metodă neinvazivă care poate fi o alternativă pentru biopsie sau puncție. Alte detalii despre elastograf aflăm din următorul reportaj, după care o voi testa personal chiar aici, în platou. Эластография – это совершенно новый метод по определению плотности. Он используется гораздо шире. Он используется при определении качества узлов щитовидной железы, при определении изменений матки, при изменении шейки матки. Если врачу не нравится качество шейки, она увеличена или какие-то еще показания многорожавшая женщина, много разрывов, то тут рекомендуется эластография. Una din problemele de bază care sunt în domeniul sănătății bărbatului vârstnic este precauția oncologică. În domeniul precauției oncologice foarte mult ne ajută să evaluăm toți acei biomarkeri clasici, cum avem PSA-ul, dacă luăm pentru prostată, examenul clinic care îl faci propriu-zis și, sigur, ultrasonografia. Unul dintre cele mai recomandate în ziua de astăzi sunt diferite forme de ultrasonografie cu contrast. Alte modalități sunt ultrasonografie cu
opțiuni suplimentare, cum ar fi elastografia. Este o metodă foarte promițătoare. Avantajul elastografiei este care că este o metodă neinvazivă. Da? Nu implică utilizarea diferite alte preparate, contrasturi, care să nu fie o reacție alergică a unui beneficiar, pacient. Alt avantaj este că este destul de accesibilă. Nu necesită pregătire mare, da? În efectuarea acestei investigații. Și sigur că ea ne-ar mări cu mult probabilitatea în diagnosticul cancerului. Sunt situații inverse, foarte bine când elastografia ne ajută să excludem un cancer. Dacă vorbim despre cancerul de prostată, această investigație este recomandată de obicei după 60 de ani. Эластография показана всем больным с хроническими заболеваниями печени. Почему? Потому что в результате длительного воспаления, проходящего в печёночных клетках, нормальная ткань печени замещается соединительной тканью. В результате плотность печени изменяется. Для этого и служит эластография, которая измеряет именно плотность печени. Каким же категориям пациентов показана данная процедура? В первую очередь, это больные хроническими вирусными гепатитами B, C и Дельта и другими вирусами. Другая категория пациентов – это больные с жировым гепатозом или жировым стеатозом печени. Следующей группой пациентов, которым показано исследование печени методом эластографии, являются аутоиммунные заболевания печени, циррозы печени, холангиты и первичный билиарный цирроз печени. И одна из важных групп для проведения эластографии – это пациенты, которые страдают токсическим поражением печени. Cu ajutorul elastografului pot fi create imagini ale diferitor zone ale corpului uman în scop clinic. După cum am zis, voi testa chiar eu această metodă. Doamna doctor, să procedem. Жесть, пожалуйста. Deci așa. Правую ножку ложим на левую. Отлично. Чуть-чуть ближе ко мне. Отлично. Поднимаем кофточку. Правую ручку за голову. Нагибаемся в левую сторону. Doamna doctor, trebuie pacientul cumva să se pregătească înainte de investigație? Конечно, 5 часов до исследования пациент не употребляет никакие продукты питания, не пьет водичку или пьет в ограниченных количествах, алкоголь нельзя употреблять и курить. Ну, deci eu sunt pregătită. Отлично. Este o metodă neinvazivă și nu doare. Да, и без каких-либо осложнений. Так, Ливия, сейчас вы спокойно дышите. Cam cât timp durează o investigație? Сама процедура длится 15 минут. Мы делаем 12 сканирований печени в 12 разных исследуемых зонах печени, что позволяет нам сделать качественное исследование на протяжении всей поверхности печени. Și pacientul primește rezultatul, concluzia imediat după investigație? Да. Сразу же после обследования, через 5 минут выдается ему результат. Și ce vedeți pe imagine? Значит, ультразвуковая волна преобразуется в картограмм, в цветовую картинку. Наличие голубого цвета говорит о том, что чем голубее, тем лучше показатель здоровой печени. Чем желтее и краснее, тем более выраженная степень фиброзирования ткани печени. Это означает, что я здорова? Да, это говорит о том, что у вас все отлично. Foarte bine. Dar are careva contraindicații? Беременные, кардиостимулятор, наличие жидкости в брюшной полости, при асците, избыточном высоком весе. Предъявляются прямыми противопоказаниями эластографии печени. Așa că, în concluzie, este o metodă foarte bună pentru a face diferențierea între tumorile canceroase și cu o evoluție benignă. Рекомендуется в обязательном порядке при выявлении образования, будь это в щитовидной железе, в гланде мамари, в предстательной железе, рекомендуется в обязательном порядке эластография с целью диагностики злокачественного образования или доброкачественного образования и с целью дальнейшего мониторинга каждые 3 месяца степени жесткости данного образования. Данная эластография является прямым показанием для корбиопсии. Și acum sunt foarte curioasă să aud concluzia în urma investigației.
Ну, у вас нулевая степень фиброза, она отсутствует в печени. Здоровый человек, здоровый пациент. Мулțumesc foarte mult, doamna doctor. Așadar, elastografia ajută în primul rând la diferențierea tumorilor benigne de cele maligne, dar și la aprecierea extinderii unei leziuni. Elastografia în timp real se poate aplica pentru leziuni la nivelul sânului, glande tiroide, ficatului, prostatei, a țesuturilor moi. Astfel, diagnosticul devine mai precis și pot fi evitate manevre inutile, riscante și costisitoare, precum puncțiile, biopsia sau remeneurile. Așa că sfatul nostru este că atunci când aveți posibilitatea să alegeți modalitatea de examinare în laborator, optați fără ezitare pentru elastografie. Yeah.